Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракету. Как думаете, насколько жарко в этих краях? Представьте, вы там днем оказались. Знаете, где это? Это возле лучезарной Медины, то самое место, где произошла битва Бадр, на которой сражался посланник Аллаха. Вместе с тремя сотнями тринадцатью сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. Они не были готовы к бою. Аллах сказал, что их ждут трофеи. Они допускали, что сражение будет, но точно не знали. И оружия было у них не так много. И они вышли на этом месте против тысячной армии многобожников, пришедших из Мекки, подготовленных, в отличие от них. Вот это поле боя. Я про все это, иншаллах, расскажу. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.